В Знаменской церкви в селе Ляховка Майнского района Ульяновской области многолюдно и празднично. Согласно документам Священного Синода Русской Православной Церкви, с 24 марта этот старинный храм относится к Знаменскому женскому монастырю. Торжественное открытие обители состоялось уже в апреле с участием монашествующих Симбирской епархии. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию. За богослужением он возвел в сан игуменью монахиню Клеопатру Ефремову, назначенную на должность настоятельницы Знаменского женского монастыря села Ляховка. По окончании литургии владыка вручил настоятельнице игуменский посох и рассказал о смысле чина поставления и символическом значении посоха. Отныне вот игуменя должна каждый день ежечасно умирать ради сестер. Должна быть самой первой на всех послушаниях. Должна во всем подавать пример. А жезл, который держите вы сейчас в руках, матушка, это не символ власти, это не символ хозяйничания и властительства. Это жезл, которым не овец пасут, а волков отгоняют. По окончании службы игуменья Клеопатра Ефремова рассказала, как складывалась монашеская община. Изначально владыка Прохор благословил нашего духовного отца, который был здесь настоятелем. Он благословил оставлять при себе людей, которые желают монашеской жизни, потому что батюшка сам очень ревновал о монашестве и имел в сердце желание посвятить себя Богу в монашеском чине. И вот к нему волей Божией стали стекаться люди, имеющие это желание. По словам матушки, первый постриг совершил в 2011 году архимандрит Адриан Шитов, известный как последний хранитель почитаемой Казанской Жадовской иконы Божьей Матери. Духовником обители является иеромонах Варсонофий Беспалов. Он окормляет этот приход с 2002 года. При нем скопилась сестринская монашеская община. По словам отца Варсонофия, община образовалась сама собой, никаких усилий он не прилагал. И то, что произошло, это был праздник для меня большой, праздник и для сестер, потому что они обрели тоже свое юридическое положение и духовное положение. Я надеюсь, что здесь будет достойное почитание обители. Я думаю, что здесь не остановится молитва, потому что мы молимся уже много лет, всегда ночные молитвы у нас совершаются, у нас ночные богослужения. В настоящий момент монашеская община в Ляховке состоит из 12 сестер, одной схимонахини, 7 мантийных монахинь, 2 инокинь и 2 послушниц. Ирина Антонова, Улправда ТВ.